Вас приветствует Алена Арис. Шикарная новость для вас. Девочки, новость издалека. Пока больше ничего не скажу. Новость издалека. От женщины. Женщина, у которой русый цвет волос, может быть седая. От светлого до темного, ровесница или старше вас. Может быть от дочери, хотя я понимаю, что дочь младше. Или может быть от какой-то родственницы, подруги, знакомой. Вот откуда новость. А новость очень радостная и счастливая для вас. Пока не знаю, что за новость. Угу. Тут еще новости от какого-то бывшего мужчины будут. Тоже вас обрадуют очень сильно. О чувствах. Он признается вам в чувствах, какой-то мужчина. Вот, ну давайте продолжим. Смотрите, отличная новость о том, что она, эта женщина, или возвращается, или наоборот уезжает. Что для вас радостнее? Возвращается, то есть если она сейчас с вами, для вас, скорее всего, будет радостью, что она уезжает. Вот. Или, может быть, вы куда-то уезжаете, возвращаетесь, да, и это для вас отличная новость. Тогда, получается, прощаетесь с этой женщиной. Подготовку я вижу к отъезду, да, может быть, ваш отъезд куда-то. Или возвращение, да, или отъезд этой женщины. Вот с женщиной связано. То есть женщина здесь идет ключевой фигурой. Вот. Ну, тут еще про бывшего, что да, признание от него какое-то будет. И он будет ждать от вас ответной реакции. Вот. Еще, девочки, еще отличная новость будет о деньгах. Какие-то крупные деньги будут. И отличная новость еще от светленького мужчины, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активно целеустремленный, жизнерадостный, прям активные действия от него вижу. А вот. Ну и в целом хочу сказать, ждет вас счастье, радость и удовольствие. Если вы переезжаете или уезжаете куда-то, или возвращаетесь, ждет вас радость, счастье и удовольствие на новом месте. Вполне возможно, что именно на новом месте у вас будут большие деньги и вот этот мужчина. Может быть, для кого-то это будет новое знакомство. Вот такие шикарные новости для вас. Если вам нужна лично моя помощь, пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. Это полное глубокое погружение. Научитесь считывать информацию Вселенной через любые инструменты, не только Таро. Получите сертификат и сможете помогать людям и зарабатывать на этом. Ссылочка на курс внизу в описании и в моем первом комментарии.